Так что, ты руки отдашь, что? Да, я шубан. Ты хочешь, я тебе могу и кинжал отдать. Мне он не надо. Да, я шубан. Не знаю, у нас все равно. Давай отойдем, чтобы мы на тебя. Исти, ой, на тебя. Ну, или дай Кукувасе кинжал. Он тоже хочет. Да, сейчас. Там сам его найдешь. Кратопал, ты останешься тут? Точнее, в ВК не ушел. Да. Ну, останься, когда я отойду буквально 2 минуты. Я думал, здесь быстрее справитесь. Да, я пока отошел. Да. Thank you.
Так, я тут. Кто? Мне же слышно, да? Да, да. Давайте закидывайте в центр, становитесь, ищите там тотем и шаман, убирай свои. А ты куда побежал? Иди сюда, чтобы я куда-то ушел. Выключите коня на льда. Ставь на лед, Маш. Чё? На лед ставь, в общем, Маш. Садишься на мамонта, стоишь возле танка и ловишь дыхание. И все. У тебя фрост шмот есть? Да, кстати. Маш. Нет. Молодец. Ты гола? Ну ладно, и так могут закинуть. Ладно, с мамонта неслась все время на мамонте. Кошки кинет, да. Где ты? Можешь поставить его. Выпей эту штуку. Так, кушайте пока. А мамонта может кто-то поставить? Если что, лимошка, я тебе скажу, когда капли кинуть. Угу. Мамонта поставьте, пожалуйста. Так, ну все, я поел. Мамонту почти. Можно? Давай. Поставьте мамонту, кого есть. Каску дайте по всем. Сейчас Маша всегда даст. Началось, бля. Кикни рогу, чтобы не мешал. А, вот, начисляй ему ЕП. Только начисляй ему с этого совета. Он на ладне не был. Начислишь, кикнешь его, я тебе дам сейчас ассиста. Можешь кого-нибудь добрать тогда? Можешь, да, поискать кого-нибудь. Два босса нафиг кдвешь. Или лута хотите с кому-то другой модой? Ну, а может, блин, кому-то в гильдии когда не жалко. Мне бы, допустим, не было бы жалко. Кому лед нужен? А я не думаю, что кому-то. Дочек, на готовность, вот ты там начислил. Вот ваш в гильдии, кто нужен? Скажешь, когда подбегать? А, заходи, кем хочешь. Кикай рогу. Так, Пал, ты готов? Пал, ты готов? Все, Пал готов. Там никто не заходит к нам? Зачнем, пока зайдет, пока засумонится, пока забафаем. Да, перед чем давайте уже? Сверни. Катись вниз, я запускаю. Кильте хилы. Там на улице на меня. Скажешь, когда истеризность эти, блядь. А, беги сюда сейчас ко мне. Забыл тебе сказать. Я ж вроде с нуля сказал, что... Клин в голове. Поймать ледяное дыхание. Сейчас, Маш, подбегай ко мне, как перетяжка будет, беги в мою сторону. Вот чуть назад сдвинься, не сюда, куда ты, ко мне беги. И назад, еще дальше. Молодец, одно дыхание есть, обжигающее. Беги, Маша, беги. Ой, Маш, вот смотри, сейчас пока перетяжки нету, назад от меня, я имел в виду, вот сюда бежишь, вот сюда вот. Вот туда, в эту сторону. И все, чтобы ты поймала дыхание. А, дайте мне фридом, Паут. Я точно поймала? Да. Да, у тебя один есть. Еще два надо, если я не ошибаюсь. Четыре? Ну, значит, четыре, да, я, значит... А, слева, близко. Подбивайте крайнюю левую. Крайнюю правую тоже бейте. Справа падает близко. Подбивайте, крайнюю левую подбейте.
А тут хотят повезти. Трава близко падает. Ой. Давайте, бейте, бейте активнее, ну. Трава близко. Что подбивать, разбивать их. Беги сюда, Маш. Маш, сюда беги. Сейчас дыхание близко. Подряд надо поймать. Или нет? Зачем ты так далеко убегаешь? Тебе сейчас опять дыхание будет. Ты не успеешь забежать. Да, становись возле меня поближе. Я по привычке. Сейчас вот еще одно дыхание. Бегающий холод. Сейчас как вертяшка будет, ты можешь кинешь ей каплю. Вот кидай сейчас ей каплю. Каплю кидай и беги назад, молодец. Сейчас сразу будет. Может БЗ дать еще. БЗ давай на себя, Маша. БЗ на себя. Давай беги сюда и БЗ давай. Ну все, вообще квест ты сделал. А нет, еще надо одно дыхание. А у меня что-то вообще стаков нет. А, так баф в виде грани есть. Че? Баф в виде грани. Шестиминутный есть. А, да, все. Все, значит, кто сделал, все, можем бить босса. Забудь босса ударить. Да, можешь сейчас его даже бить. А, ты что, там? Не сагрить, а ударить. Да. Я почему вот и спрашивал на Волонтеле, ты что, босса станцил? Ты и здесь его станцил опять. Виваги кините, он по хп упал почти. Давайте метки. Кто в рейд бежит? Алло, Машулич. Маши на ней не это. На ней не кинется, но метки на соседей кинутся. Ей просто надо выбежать, ей матисать, а потом убежать. Ой, захиливайте, рэк. По справа, по центру подарите. Крайнюю левую бейте. Крайнюю правую подбивайте. На лестнице справа падает. Немножко фрейдом кинула. На лестнице по центру падает. Давайте за лестницу. Все, бейте скрепко, приводите босса. Так, метки я скажу, куда уносить. Давайте переводите босса. На строго. Давайте. Хотя, не надо, пока не кинули, не надо, я скажу, когда давать. Первую выносите влево и бейте босса. Стрелка влево выноси. Да она чисто спрячется слева. Выноси, чё. Ну куда ты так? Ты в Долорам. Да. Ладно, не бейте босса, босса, бейте сова. Шаленси, поднимай. Все подняли, молодцы. Следующий под босса выноси. LQW, блять, свой язык сломаю. Все, прячьтесь, меня подхилите, я дал защиту. Кините его. Блять, на трех хилах, сука. Ладно, выносите в сторону гир, давайте. Аримар, выноси в сторону, бьем босса. Я курился, у тебя не задамажит здесь. Следующий под босса. И Вивалдия, дай гимн на хп сейчас. Гимн на хп и на ману потом отдай. Следующий под босса. Под босса увой. Эту сейчас добьем, но под босса неси. Милики отошли. Все, бейте сейчас то, что возле Синдера. Все, следующий влево выносить. Паладин, будете менять. Там 6 лям. Я знаю, давайте в сторону выноси. Войд, блядь, а ты как? Это стойка, протостойка была. Блядь. Упал, ты чё? Вообще убегал, бля, вы чё? Сторону носите, бейте босса. Всё, хильте овером. Давайте бьём босса тут. А, следующий под босс сейчас перетяжка будет. Под босса выноси, перетяжка сейчас будет. Ну, вот это не бейте крайне. Всё, Гильдаль, спой гимн на хп. Сейчас, стой и пой. Ясно. Ходи, останусь. ДПР, давай ты. Тоже пой гимн на хп. В сторону носи, маг. Добивайте уже этого босса. Все, бейте босса, побейте. Пуп, побейте босса, в сторону носите метки. Маша, сразу беги, потом сдавай квест. В сторону уноси, Дарксон, в сторону уноси. Видите, хорошо, Дарк попала. Тут надо, да.
Ты я отдал бы только путь. Куда ты это ведешь? Все, добивать, добивать. Маша, беги, потом сдавать квест. Они носят метки в сторону, ёбаный стыд. За каждой меткой, блядь, надо скидывать стаки. Поднимать скаф. Они для этого и придуманы. А вот так, блядь, можно было упасть. Но мы не упали. Игра на удачу, блядь, дебильная игра. Не. Ой. Все это, кстати, спекайся в сову. Потом сектор газа на лича хочет. А сейчас ему дам пати. Спасибо. Косарь голды. Каждому. За подсказки. Да. Или за ляжку. Будет никто раздавать или что? Что-то не понял. Себя за ляжку возьму. А, блядь. Я отрыв, чтобы баш там лут раздал. Баш, ты не убежал? А, кто там у Синдри остался? Я остался, лимошка. На, тогда тебе добычу раздаю лут. Чё ты делал? Друг демона. Кто сможет подиспелить чуму? Плюс они. Что, никто не умеет чуму диспелить? Станк сам себя подиспелит, я тогда подиспелю. Кто я? Мунштук, хорошо. Это, кто умеет сам себя диспелить, диспелы тоже ставьте там, знаю, куда хотите. И диспелить сами себя. Те, кто не может диспелить, Мунштук диспелит. Так. Дарк, смотри, Марк, перерол. Положить слог. Слог и шкаф поставьте за суммами потом пол. Логики вот тут. Поставьте шкаф. Меня слышно вообще? Шкаф поставьте. Да. Оху-ху. Давай, Лимушка, беги. Тяжко, да? О. А, так, давайте чек на готовность. Ну, почти все готовы. А, сектор газа, блядь. Я не забыл, Локи, поставьте шкаф. Вот сейчас нам точно надо. О. Просто мы будем сектор газа, ты здесь? Тут вообще. А, просто мы будем давать фулл ЕП, чтобы тебя просто не начислять отдельно. Мы с тебя сняли. Давайте, запускайте лича, сова, запускай. И пробафайте сейчас мага. Он только что появился, так что вот звезда, давайте ему баф. Нет, баши нету. Кого нету? Баши. А, баш, баш ради сказал, что ему надо отойти. Баш, ты тут? Прикаст. Начислим ЕП и кикни, чтобы он не висел в ладони. А, блин, я не могу дать ЕП, Войт, если успеешь, дай башу ЕП. И кикни его потом.
будешь молить. Ты здесь будешь лечом стоять? Ну да, я тут стану. Поверну вам в твою сторону. У тебя там будет появляться голем большой. У вас есть 12 секунд, чтобы там определились, кому МК. Что-то рейд, мне кажется, не очень стоит. Да. А. Нет, ну, Черепа, встаньте, ребят. Встаньте в ТТМ. Вот скажешь, когда на тебе истерию вешать. Тут. Так, чума 2 секунды, чума 1,5 секунды, чума 0 секунд. Мак, выноси. Да. Пол его. Пино. Не, еще и СС повесил, ничего себе. Чума 0 секунд, перстава вноси. Я отстаю чуму. Что-то переходка пошла, у меня дом забагался, я... Давайте на край. Оп. Давайте вот тут бить. Наказывайте духа. А, гимн на ХП распой, пожалуйста, Вивалди и купывайся ТТМ. Убивайте духа. Сейчас следующий появится скоро. Сейчас его заберу, секунду. Ой-ой-ой, чума, чума ушла с этим духом. Давай, давайте, чуму в мини. А, ягер, не шуми, пожалуйста. Блять, ягер. У меня сейчас голова заболит. Спасибо. Как ты пристакай, я тебе каплю дам. Кому, мне? Да. Не, не надо, у меня тут дефа дохуя. Надо добивать сферу. Как мир рушится вокруг вас. И все за спину лича. Пока вообще не обязательно, у меня не люблю было. Могу и жахнуть. Можете, кстати, Герду дать. Убейте валик, а осквернение влево выносите медики. И с нее, блядь, не прыгаем нахуй. Не дай бог увижу обезьяну. Кукувайся на тебе, выноси в сторону. Молодец. Сюда подведу. Давайте за спину. Осквернение влево понесете, рейд назад подведет. Вот. Ну, у меня через 8 секунд истерия закончится. Ну, когда Кашка довешит. Сейчас свалька как спустится, сразу разбегайте. Все, давайте, бежим, 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 бежим. Он штук на тебе выноси, молодец. Все, от него спокойно забегай. Сейчас вкинул. Давайте, бейте валик. Станы тоже не забывайте. Все, должно успеть его перевести, я думаю. О, быстрее. Бейте. Сейчас осквернение. Ой, сейчас лужа будет осквернение. Разойдитесь, если хочешь. Так, успели. Так, давай следующий СДПР гимн ману и следующий шаман ставь ТТ. Так, надо проверить свою скиллуху. Будет учиться косты сбивать. Плохо, отойди отсюда, пожалуйста. Так, оп, блядь, о, успел, нахуй. Я теперь топовый БДК.
мне в духу косты сделать. Ладно, сейчас я этому собью. Ой, я... еще гимн. Вот это я сбил. Вот это я сейчас сбил, не пизди, это я разбил. Ну, давайте следующим. Да можешь еще дать с гимном ванну, не жалей. Сейчас глянул, сейчас этому я забью, сейчас увидишь. Это называется, как привлечь сбивать косты. Хуяк, блядь. Сука, 5 тысяч что ли сбил? Я не успел, наверное, 5. Ладно, сейчас этому собью. А, хотя и все, лимошка. Забирай, напуливайте на лимошку этого духа. Я сейчас заберу лича. Шанан, хочешь, я тебя огорчу? Но? Ты ни разу не сбил. Да-да-да. 4 раза сбил айсфриз и 1 агримар. Ничего себе. Может, ты знаешь, как там сбивать косты? Миш. Хорошо. Все, потихонечку двигаем. Сейчас скоро будет осквернение. Не спеша я веду. Или не могли бить. Кто дух хлопает? Или дали осквернение. Я. Протопал. Я тоже могу. Все, становитесь на лестницу там. Я сюда там. Если есть иннер, то можете залить. Ну, либо... Ну, без разницы. Пофигу. Сейчас будет еще одно осквернение, внимательно. Так, на мне. Не, пиздит Адон, нашали. За спину бегите сюда ко мне. Я вас защищу. Через тетерию потом кидать, Войт? Да. Ну, еще пока КД. Пить хорошо ДК. На. Добивайте так уже. Куда пойду? Да, я что-то по привычке уложу, забывай. Ну все, мы падаем. Вайп. Як. Так. Короче, на Войт Ирелла я сейчас зайду на ЕП. Я тоже на шаманку на ЕП. Тебе здесь Кони ничего не надо. Кони, пожалуйста. Я уже вернул, мне не канул. Там это, слышишь, лимошка, раздашь лут. Он тебе. Так, через полчаса целка, можно отдохнуть. Ну что, Славян, ты по-прежнему считаешь, что я рак? Ты справился, ты молодец, красавчик. Нет, это просто на собаке я ФКшил. Вальтаби сидел. И на трэше так себе сидел, так, на работе. Дело в этом, а ФКшил ты или нет, у тебя просто скиллов даже таких не было. А сейчас ты бьешь омоложение мобильным ростом, а до этого ты бил под ведением. Точнее, хилил. Ну, собаке надо было сильно отхилить, я ППшкой отхиливал, потому что омоложение не отхилит за мало времени, много ХП. Ну и чё, ты отхилил? Вот хилил, ну тоже не сдох, кроме меня тут там пару людей. Мы же не вайпнулись на собаке. Половина. Станешь первой жертвой. Мне по душе эта ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Наконец, я свободен. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты.
Поднимитесь, воины света! И вот я стою, как лев пред агнцами, и не дрожат они. Им неведом страх. Магих Пауэр Рольте. Все, Машенька, больше. Ты на офф ролишь? На мейн, я писала, что я на холи Пауэр. Все вижу, на хила. Пор, Роги, Вар, кто там? Орлетти. Воин охотник шаман первым двум паролу. Часто начислят, типа. Лута больше нет. Всем спасибо. Подожди, сейчас Маша зайдет. Еще Маша на ИП вот. Тут так. Это на ИП. Готовность. Ну, все готовы на ИП. А, со Слятинка, подожди. Все, все готовы. Да. У нас декран Холлига же был, да? Так.